Привет, дружище, с тобой Эргокон, и мы продолжаем Farland Sails проходить. В прошлой серии мы доехали до какого-то бункера, или что-то типа того. Ну, в общем, докуда-то мы доехали и продолжим так. Управление опять забыл, прыжок, все. Пробираемся через этот хлам, двигаем стул обратно и ебошим обратно на улицу. Хотя, давайте лучше, хотя пофиг его как. Все равно нам придется выйти. Хотя, может, и не надо будет. А, не, нам надо все-таки, давайте подъедем. Да, долго потратил время просто так. Но давайте пару раз лишних походим. А где ветер? Раньше тут ветер был. Или типа что с картинкой стало? Что она мутная стала? Или мне показалось? Все, давай, врезайся со всей силы. И ищем, куда пройти. Кажись, я знаю, где, куда пройти. Ну и плюс еще у меня пожар начался. Блин, пожар. В. На В берем кнопочку. У меня что-то это. Бочка сгорела, что ли? Ну ладно, бывает. Блин, неудобно как-то. Отвык уже от этой игры. Давно не заходил, давненько. Ну и чё, он не запрыгивает? А. Понял, что на паруса надо сначала. Так. Это что такое? Кнопка. Я думал, что-то подобрать. Так. Бункер открылся. Хотя, судя по всему, это подлодка. Вон той вон. То, что сверху. Кабина или как это называется. На подлогах я не знаю, я в них не разбираюсь особо. Так, давайте. Дверца у меня открылась. Так, что-то двигаем. Двигаем. Тихонечко так двигаем. Не торопясь. Так, сейчас гляну, запись-то пошла, а то я что-то не глянул. Звук. Да вроде все заебись. Давайте двигаем дальше. X приблизить. Чем мы тут двигаем? Что-то уронили. И нас сейчас, кажется, придавит. Хотя, зная... Да, зная методы этой игры, то нас никто не придавил бы. Давайте... Где тут внутрь спускаться у меня? Я забыл. Серьезно? Просто так пожар начался. Бочку давай сюда. Включаем вот эту фигню. Ветра нету. Берем вот эту хрень. Ну давай. Вперед, двигайся, двигайся, двигайся. Едем не спеша. Сохранение неожиданно. Неожиданно прошло сохранение, я думаю, не скоро оно будет. Мы набираем скорость. А что я сделал? Z нажал, что-то все прекратилось. Че я там, куда ударился? Что-то меня буква Z с толку сбила, блин. Я что хотел? Я вот это хотел сделать. Мы куда-то уже поплыли, что ли? Я не хочу никуда плыть. А, понял. Понял, понял, понял. Короче, пофиг мне. На топливо у меня его достаточно, поэтому можно тратить не спеша. Еще надо бы его починить, кстати. Я понял, я застрял. Не сразу заметил. Бывает. Давайте следовать логике. Мне нужна лебедка, но я ее взять не могу почему-то. Во, взял. Я просто знаю, что его можно тащить.
Хотя это не то, что я хотел. Не видел даже этого. Но, видимо, так надо. Так, я слишком далеко ухожу. Нет, это потом заберем, давайте. Прыжками подвигаемся. Интересно, насколько еще хватит игры. Ну, по времени на серии. Думаю, серии 2 еще. Что будет в конце игры? Я без понятия. А, держать надо, понял. Я хоть и начинал прохождение смотреть чужие, но я их до конца не смотрел, меня это не интересовало. Я прохождение игр обычно смотрю так, чтобы... Не всегда полностью прохождение смотрю. В основном только чтобы увидеть, о чем игра. Он что, дальше съезжает? Назад крепись. Назад крепись, дружище. Вперед, говорю. Вперед. Вперед и сразу на тормоз сейчас поставлю его. Я без понятия, что я взял. Я взял фонарик. Блин. Надо, короче, сейчас все починить. И часть нафиг полностью выбросить. Топливо. Поехали чиниться сначала. Починим эту долбанную фигню. Это мне не нравится, потому что шипит. И теперь давайте этого починим. О! Поехал, молодец. Че, далеко уедешь, нет? А чё я парюсь, точно? Можно же было просто вперед поехать. У меня ж есть этот, который втягивает в себя. К тому же безразмерное и хранилище. Все втянет, да? Да, все втянул, заебись. Остается только подбрасывать топливо. Да радоваться. Топливо, топливо, топливо. Ой, ускорение, блин, а не топливо. С топливом пока все нормально. Топлива мне хватает. Хотя, мне кажется, в прошлой серии как-то его больше было. Или я давно не сбил, кто его знает. С отдалить. А чё, у меня колесо сломано? Ну, вообще нормально. Сломанное колесико. Так, я никуда не смотрю сейчас, я тушить пожар. Блин, серьезно, чего у меня колесо-то отломанное? За топливом надо следить. Опять сохранение. Куда-то что-то мы прём. Давайте фонарик спалим. Фонарик пора палить. Нет, еще ждем, ждем, ждем. О, что-то там. А... Серьезно? Сейчас мы еще и назад уедем, потому что тормоз не нажал. Давай, 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 вперед, говорю, вперед. Все, хорош, тут остановись. Сзади-то у меня ничего не видает, даже если и выпало, пофиг. Автоматически подберется. Не кажется? Нет, мне не кажется, он разговаривает. Нифига себе, спустя 3 серии я узнал, что этот персонаж разговаривает. Прям чудо. Че я так несу, когда можно вот так? Да, чуть дольше, возможно, но я так не считаю. Понятно, почему я так не... Он там застревает где-то. На складках. А, или это радио у меня? Что-то не понял совсем. Радио это или не радио? Кто его знает?
Ну, вроде как радио. Коробочки с топливом. Топливо. Идем куда-то, не пойми куда, не пойми зачем. Без кораблика, но раз камера не отдаляется, значит мы правильно идем. Коляска. Не знаю, зачем здесь коляска на дне океана. Или это не дно океана. Хотя в описании игры говорилось про дно океана. Так. Куда-то идем по трубе какой-то. Освещение какое-то не очень. Настройки. Давайте яркость повышу. Гляну, как что будет. О, так лучше немножко. Хотя не, атмосфера падает. Я привык на стандартной яркости играть. И приглядываться ко всему, что вижу. Так, там ничего нету. Печально. Так. И... Что-то мне кажется, я слишком далеко ушел. Вопрос, как будет сюда мой добираться? Кораблик. Не, серьезно, я далеко ушел или нет? А нет, вон что-то вижу. Значит, недалеко. А может и далеко. Блин, я без понятия. Далеко, недалеко. Отлично, приблизь. Приблизь. А сами можно вытащить? Нет, нельзя. Жаль, я залез. Топливо. Давайте прыгнем. Поехали. Куда, не знаю. Но вот на такой штуке прикольно кататься. Такой едешь, стоишь в ней. Ну или сидишь, я не знаю, не ездил ни разу. И смотришь на город. Ну или на природу, где он там проходит, такие штуки. Короче, я думаю, эпичненько. Давай отдалим еще раз. Отдалять нечего. И... Так, я вылазить пока не буду, раз он опускается. И в чем прикол был? Ну давай... Спустимся. В чем прикол, серьезно? Там что-то открылось у меня? Нет? О, точно открылось что-то. А, теперь я проеду, теперь понял я. Теперь я понял. Я еще понял, что у меня топливо закончилось. А почему коробочкой нельзя нажать? Я думал, коробочкой можно нажимать. А оно не нажимается. Так, одно отправили. Да, одно. Одно, значит, можно вторую закинуть. И третью наготове держать. Говорю, наготове. Не с этой стороны, вот с этой. Вот так вот. Ты включай, а ты едь. Так, давайте поехали дальше. Едем. Куда приедем-то? Steam забыл. Ускорение, которое называется. Блин, топливо реально быстро сжирается. Все ломаю впереди, нифига себе. Пора за топливом сходить. Новенькое топливо на готове поставить. Ускоряемся, ускоряемся. Сносим все. Наш поезд все снесет. Или что это, не знаю, назвать эту херню? Поезд, корабль. Ну явно не дирижабль.
цветок. А вот цветочек я не отдам. Цветочек надо тут и использовать ускорение. Дальше вот так вот. Взять еще коробочку, ничего не видно. Видно, что только все рушится. Заправить еще, сохранение увидели. Положили эту хернюшку. Стоп. Ты чё? Понял, что у нас? Бери вот этого. Так, топливо не трать, дружище. У меня его не так много, так что. Жди. Давай сразу заправлю полный. Так, а это что у нас? А это папка с документами или что-то того, тоже сожжем ее. И нам, я вижу, наверх надо. Хотя, кто его знает, может и не наверх. Давайте нажмем наверх. А, это улучшение какое-то нам. Прикольно. Давайте починим все. Чини. А что теперь у меня плот такой стал? Это мое? Нет? Я могу залезть? А, ух ты. Без топлива теперь можно передвигаться, но это очень-очень медленно. Хотя, скорость набирается. Неплохо. А, в принципе, по-другому по логичности нельзя. Если я начну этот, он просто врежется в стенку. Ну, топливо тратить, в стенку врежется. Паруса смысла нету. Ветра нет. Поэтому вот единственный выход. Бежать, как белка в колесе, идите. И наслаждаться музыкой. Слушая. Блин, показал, что тут медведь живой или что там. Наподобие панды. Там, где я бежал, в колесе. Декор был. Все. Плывем по реке. По океану, по морю. Озеро. Че это? Без понятия, но интересненько, мне кажется. Хотя, судя по всему, водичка уже кончилась. И мы поедем дальше сами. Да. И все, это типа временное улучшение было. Ну и ладно. Ну, выпрыгивай. Не, ну хотя бы временное. Я ничего против не имею. Так, это... Так, все. Погоди. Давай сначала включим вот эту. Так. И поехали дальше теперь. Я просто не знаю, что это. А, это походу декор. А нет, вон еще есть. То, что надо подобрать. Хотя, может и это подберется. Да, это тоже подобралось. Гидрант какой-то подобрал, без понятия зачем. Но если подбирается, значит это нужно. Так. Едем. Приехали на какую-то стройку. Не знаю зачем. И врежемся сейчас. Да, врезались. Ничего не загорелось. Стоп. Потуши вот эту фигню. Она мне пока без надобности. Да положи ты, бля. Извиняюсь. За мат. А, мне наверх надо. А тебе наверх, так наверх. Я просто думал... Думал, там пройти можно, а оказывается нельзя. Вижу, что мне наверх надо. И тут, походу, надо было прыгнуть, а не просто пройтись. Ну ничего, у нас времени много, а возможно и не туда мне вообще. Нет, это не сюда мне. Значит, да, мне вот сюда вот. Отлично. Поехали на лифте.
Вон там я вижу топливо дофига. Ну давайте и... Так, это убрали. Походу тут апгрейды какие-то будут. Подняли. А я не достаю. Как мне достать до кнопок верхних? А, колеса поменять. Колеса это хорошо, колеса это вообще топово. А может мне опять на ту кнопочку нажать, кто его знает. А, они все опустились. Так, судя по стрелочкам, я правильно все делаю. Так, теперь их по... А, все. Теперь поднимаем за новыми колесиками. Да, все отлично, у меня теперь новые колесики. Ну, а. Тут также надо. Взять. Открутить. Ставить на место. Опустить. И потом сразу при этой. Можно сразу, нет? Или он не поставит сразу? Не поставит сразу, к сожалению. Не, ну анимация прикольная. Или как-то эффекты, 3D, что-то типа того. Они плохо апгрейдик у нас. Красивые колеса стали. Хотя я старые особо не замечал, но эти вроде лучше. Мне кажется, или там сейчас задняя часть пойдет у нас. Ну. И спускаемся вниз теперь. Все отлично. Давай, 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 давай. Выходи, выходи. Все, пошли дальше. Стоп. Сначала нужно включить вот эту фигню. Заправить вот эту. И поехать дальше. А что, там ничего не под... А, тут декор был. Так, давайте ждем. Стоп, 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 стоп. Не понял. Почему это он не подбирал? Что, заполнилось хранилище, что ли? Вот, блин. Это вообще, я думал, оно безразмерное. А оно, оказывается, кончается. Повезло мне, что я сейчас не истратил ничего. Не, вот серьезно, почему оно тратится? А, заполняется точнее. Гидрант это или что? Нет, это животное какое-то. Пусть будет для коллекции. Типа статуэтки какой-то. Так, это сюда поставим. Теперь придется обратно идти. Давайте мы... Самое потащим назад. Можно потащить сейчас тут? Не, он тут и не тащится. А, хотя нет, тащится. Пойдемте. Вон туда, вон. Я тут вижу эту фигнюшку. Шарик. Или что это? Мячик. И пойдем дальше с коробочкой и второй бочкой топлива. Не, ну, в принципе, на этом механика вся и завязана игры. Перетаскивать какие-то предметы. Дотащить их. На топливо. Так, давай сюда поставь. Мячик, у меня есть мячик? Я без понятия, есть у меня мячик или нет. Но пока бросим его сюда. Опять я промахнулся. Все, вот теперь можно. Steam. А, Steam он тратится автоматически. Если ты не едешь. Назад, 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 назад. Немножко назад пойти. Отлично.
Все, давай вот этого опускай. Да, знаю, немножко долго, но не могу быстрее. Ну, потому что я вот эту отпускал. Так, все, теперь это должно быть лучше. Да, вроде колесики красивее немного стали. Но зато они целые. Блин, музыка, забыл, что напоминает. Но, в принципе, пофиг. А еще мне вот эту фигню надо отключить. Она слишком много топлива жрет. Слишком. Так, давай, 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 чутка. Чутка. Все, остановились. Вот эту бочку. Хотя следует изводить, и она должна еще больше топлива давать, чем обычная бочка. Тем самым логически произведется взрыв. А это что такое? Другой шарик? Да, это другой мячик. Поэтому вот эти бочки я лучше использовать пока что не буду. От фонарика и прочую фигню можно. От этого никто не пострадает. Мы уже в каком-то лесу. Непонятно мне. Отдали, отдали. И мы опять по грязи поехали. Сейчас, наверное, опять... А, я вспомнил, почему у меня колесо сломано было. Мы же там это, вот где застряли, когда лебедки тащили, вот тогда, походу, и сломал колесо. А я топливо хотел добавить. Оказывается, не надо. Остановились где-то. Стоп, 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 а то я вижу, ты уже ехать куда-то собираешься. Нет, фонарик пока трогать не хочу я. Давайте... Нет. Фонарик перенеси сюда, вот эту штуку. Сюда. Ты выключи, выключи. И чё он не прыгает, а вот все, запрыгал. Все, тут больше нет ничего. Нет ничего, я не могу взять. Заправься. Бочечку сразу поставь. И пошли разбираться, что у нас там. К чему и зачем. Мне, походу, опять наверх надо, но... Давайте сразу наверх полезем, я без понятия, куда надо, а куда не надо. Ветер есть, ветер — это хорошо. Нет, перепрыгнуть я вряд ли смогу. Ураган. Ураган опять походу начинается. Может, тут где-то что-то подземный вход есть, но я его не вижу. Сзади я пропустить ничего не мог. Давайте включим воздух, который ветер называется, пока он есть. Ну блин, до конца давай его открывай. Отлично, открыли до конца. А, мы в этом. Блин, я думал, куда-то ехать надо, а мы опять на водном биоме. Не сразу понял. Ну что ж, бывает. Чё? Стоп. Мне кажется, нужно вот эту вот держать наготове. Так, С. А, ну хотя да, логично же, топливо тут бесполезно будет тратить, поэтому дали ветер. Это как бы сюжетный ветер. На парусах. Ну, рассвет. Рассвет-то хорошо, наконец-то нормально можно будет видеть. Все. Ну, в принципе, дальше тоже ветер есть. Потому что пофиг. Подбирать ничего не надо, опять что-то ломаем. Колесико целое,
Надеюсь, не сломается. И... Ну, блин, музыка какая-то не очень интересная стала. Так что давайте дальше поедем. По прямой. Куда приедем? Не знаю. Но мне кажется, это конец игры. Судя по закату. И потому что мы по воде едем, это типа как игра про дно океана. Но логически, если думать, то близится конец игры. Да и улучшения, на мой взгляд, все поставлены. Да, ну, все улучшения же. Тут 4 этих, больше некуда. Какое там число? Без понятия, какое число, мы сколько проехали, не увидел. Да пофиг, давайте просто наслаждаться музыкой и поедем в тишине. А может, мы найдем цивилизацию на другом конце. Ну, в конце путешествия я не веду. Ведь вряд ли я один выжил в этом мире. Один такой путешественник. Кстати, вот эта игра мне напомнила этот эпизод про этот. Не помню, я трейлер видел про города там какие-то. Не помню, как фильм называется, но там что-то про постапокалипсис, киберпанк или что-то типа того. И там города типа живые были. И они как бы едят и собирают в себя народ. Как, ну, я думаю, вы поняли, про какой именно я фильм. Хотя, может, и не поняли. Там, короче, про города. Они как бы крепость. Крепость с городом. Блин, вот даже не знаю, как объяснить. Знал бы название фильма, было проще, сказал бы. И все. А так я видел только трейлер. Трейлер и то только один раз. Ну вот обязательно было вот так врезаться. А? Взял, врезался. Подвинь. ты куда меня назад? Назад нельзя. На тормоза лучше. Давай фонарик бери и посмотрим, куда мне идти. Раз прямо идет, значит можно прямо идти. Фонарик можно убрать и просто идти пешим. Не, ну да логично, мы же врезались. Логика. Давайте в приближенном виде пойдем. И не понял. Он не может дальше идти. Значит, что-то там мы не сделали. Я что-то не увидел. Или это опять какая-то очередная подлодка наша? Ну-ка, бери. Пошли сюда, в эту сторону глянем. Нет, тут нет ничего. Нигде никуда не проваливаюсь. Ладно, значит, видимо, нам топливо надо включать. Кто его знает. Ну, хотя мы же врезались. Ой-ой-ой, какой пожар-то большой стал. Пусть горит, мне не страшно, у меня есть ремонтная штука, которая, походу, все это тратит топливо, я так думаю. Но кто его знает, может не потратит. Куда мне дальше-то? Перепрыгнуть? Смысла нет. Так вот почему у меня топливо уменьшилось. У меня ж только что тут была бочка одна. Ее нет, она походу взорвалась. А это печально. Не могла же она просто так счезнуть. Я не знаю, куда мне дальше идти. Не знаю. Так, а был в хранении 3 минуты назад.
Давайте. Не, я не знаю, где сохранение было, поэтому не буду пока заканчивать. Куда дальше? Давайте посмотрим внимательнее. Ну, запрыгивать явно некуда. Может, тут где есть проход? Или что-то того? Нет. Иду куда-то. Что, все, типа конец игры? Ну, пройти дальше не могу. Проехать не могу. Ничего не вижу, куда можно пройти. Может, лебедкой его потащить? Что, лебедка реально тащит? Давайте мы разгонимся немного. И еще разок. Как жахнем. А не получится, так не получится. Так, сначала назад сдаем. Судя по ветру, нам надо назад. Давай, давай, давай. Отлично, сдаем назад. Заодно по пути смотрим, может, что прозевали. Не, ну логически нельзя было мне ничего прозевать. И просто не пойму. Концом игры это не может быть. Хотя, кто его знает. Может, у меня незаконченная версия игры. Все, сворачивай. Хватит ехать назад. Поехали вперед. Вперед, 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 вперед. Ускорение. О, отлично, пробили. Я так и думал, что ее надо пробить будет. Но все равно как-то долго. Фонарик, фонарик. Сейчас мы остановимся. Без топлива. Учитывая, что у меня еще... Я сейчас опоздаю, и у меня не будет ускорения. Нет, не опоздал. А вот и сохранение. В принципе, можно будет заканчивать. Но я не хочу заканчивать. Хотя тут как раз эпик начался, поэтому на эпичненьком моменте можно будет и остановиться. Тут какой-то град, что-то типа происходит. Да ладно, давайте немножко проедем. Вот так встанем. Продолжение будет в следующей серии. Как-то раньше. В сериалах, может, блин. Выключу пока шум. Он не атмосферный сейчас какой-то. Тоже. Всем спасибо, всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.